Последний звонок прозвенел сегодня для учеников 9-х и 11-х классов. Это 16 тысяч ребят, которым предстоит шагнуть во взрослую жизнь. На торжественных линейках они принимали поздравления от педагогов и родителей. Екатерина Лазарева продолжит. Последний праздник в школьных стенах. И сегодняшние выпускники шагнут во взрослую жизнь. Уже завтра им предстоит сдать первый серьезный экзамен – ЕГЭ. А пока школьники принимают поздравления и подводят итоги пути длиною в 11 лет. На самом деле мне очень грустно, потому что я не хочу расставаться ни с одноклассниками, ни с учителями. И как-то страшно в будущую взрослую жизнь вступать. Но это все равно нужно пережить, и поэтому приходится смириться с этим. К последнему звонку они готовились несколько месяцев. Все движения отточены, стихи выучены, а песни отрепетированы не один десяток раз. Старались не для себя. Хотели порадовать самых близких людей, которые весь школьный путь шли с ними рука об руку. У нас великая страна, которую мы с вами все гордимся. И мы все с вами гордимся нашими защитниками. И мы гордимся школой, которая названа именем Героя России Александра Шишкова. Патриотов воспитывают не только учителя, но и родители. Кстати, в 52-й школе они тоже отличились. Пока дети были на уроках, мамы и папы втайне разучивали движения. Для флешмоба даже сделали майки с фотографиями своих детей. Выпускникам я хочу пожелать сдачи экзаменов и поступить всем туда, куда именно они хотят поступить. Сегодня праздник и у девятиклассников. Это 11 тысяч ребят. Станет ли этот школьный звонок действительно последним для них, покажет время. А пока ученики и их классные руководители благодарят друг друга со слезами на глазах. Конечно, самый счастливый момент у меня связан с ними. Расставаться мне с ними очень тяжело. Очень грустно расставаться со своими близкими друзьями, со своими учителями, которые помогали нам все эти долгие годы. Поздравления для выпускников сегодня доносятся отовсюду. К пожеланиям успехов во взрослой жизни присоединились первые лица региона. Для вас сейчас важно определиться с будущей профессией, чтобы она была по душе. Но не менее важно, чтобы вы стали настоящими гражданами нашей страны, настоящими патриотами. С началом взрослого пути выпускников поздравил и глава региона. Сейчас у вас и все стоите перед выбором вашей будущей профессии. Хочу пожелать, чтобы вы не ошиблись, чтобы с первого раза, чтобы потом не переводить, начать время, выбрали именно дело всей своей будущей жизни. Я уверен, что все у вас получится. Екатерина Лазарева, Элла Шахова, Михаил Державин и Дамир Губеев. Вести, Ульяновск.